Всем доброе утро. Сегодня у нас третий день хайкинга в замечательном парке Yosemite National Park. И сегодня мы идем на два водопада, Vernal Fall и Nevada Fall. И, возможно, если будет время, посмотрим там по дистанции, по силам и по времени, и еще зайдем на один водопад. В общем, день сегодня опять шикарный, безоблачный. Повезло нам, очень-очень повезло здесь нам с погодой, потому что в первый день был дождь, и вообще два дня нам пришлось спать в палатке под дождем, но третья ночь была прям шикарная, все высохло. Вчера день был шикарный, сегодня день потрясающий, и нас ждет много хайкинга, много трекинга, лазания по горам, наблюдение за потрясающе красивой природой, ну и воздух, невероятно чистый воздух, который просто можно резать ножом. Друзья, дошли мы до первой остановки, называется Vernal Fall, вот он сзади нас, очень красивый, очень брызгучий, столько брызг от него, но зато красивая радуга появляется там внизу, там где вода, собственно говоря, разбивается о камни. В общем, Vernal Fall прекрасен. А дальше мы идем к какому водопаду? Дальше мы идем к Nevada. Nevada Fall. Мы идем к Nevada Fall. Вверх по этой тропе горной. А вот здесь чуть-чуть выше вот этого водопада, Vernal Fall, находится вот такое озеро, которое называется Изумрудное озеро. И вода сюда попадает вот по тому такому каменному прямо скосу, который называется Серебряный фартук. Thank you.
вот, друзья, а это уже есть второй водопад, называется Nevada Fall, очень красивый. Но сейчас мы подошли к подножью, и потом примерно еще километр идти в обход, и мы поднимемся на самый верх этого водопада. Ну вот, друзья, мы и дошли на самый верх водопада Nevada Fall. Невероятной мощи и силы водопад, а также невероятной красоты. Отсюда сверху открывается вид на эту долину. В общем, что-то нереальное. Этим заканчивается мой трехдневный трекинг в Йосемити национальный парк. Но будут еще другие парки в США обязательно. И поэтому смотрите мои видео, подписывайтесь и, в общем, любите природу и наслаждайтесь. Thank you.